Короче, ребят, всем привет! Мебельная тема пошла, ну наконец-то, долгожданная. Значит, там по поводу диска спрашивали. Цена всего лишь 3950, размерный ряд, 185-55-15. Все абсолютно чисто, запаска, все дела, вот поняли, да? Если кому надо, все новое. Дальше. Значит, столы. Столы невероятной, сука, красоты. Значит, многофункциональные. Они как узкие, так и широкие. Короче, если хотите, по щелчку, бля. По вашему, конечно же, щелчку. Смотрите. Вот это две столешки на одном, сука, столе. Сейчас вы спросите. А хера ты не собрал? Мой мозг, сука, не воспринимает разобранный вид. Но подождите. Анонс, как бы, да, поняли? Ну что вы душу мою терзаете? Сука, я и так стараюсь. Василь вообще паник полностью, потому что нихера не успевает. И все мне приходится, понимаете? Вот это ножки. Ножки есть светлые, есть темные. Размер, значит, ширина его. Ахули... Бля, я не взял. Ну, короче, анонс. Ширина около 65 сантиметров. А, плюс еще ножки. Ни хера себе. Короче, это не лицо, чтобы вы понимали. А то скажут сейчас. Там, лицо там. Ах ты, бля. Одно, второе. Чисто белое. Вот как тут, так и там. На каждое белое можно красивую, сука, эротическую. Да любую какую-то нахрен клеенку или скатерть нашу. Взяли такие. Сука, я пока их перенес. Василь, он же ж нихера не может физически помочь. Он там тряпочки, сука, перекладывает. Козлина. А я всю, сука, на горбе. Короче, поняли, да? Цена, ну скажем, я его как соберу. И, короче, блядок, гля на наш потолок. Глядь на такой весь порватый, подранный. И прикину цену сразу на этот стол. Поняли? Стол такой, вот. Короче, с одной стороны и с другой. Сюда такая столешка колобысь ставится. Вы, вот это будет ширина как бы собранного стола. От края до края. Поняли? А пришли, короче, гости такие, ля-ля-ля-ля, со своими там делами все там, да? И вы такие раз, хлобысь легким движением руки, в разные стороны раздвинули его, короче, поняли? И все, у вас шикарный праздничный стол. Это хороший. Я реально рекомендую. Но какая будет цена, мы еще уточним. Все новое пришло в упаковке, сука, лаком пахнет, нихера себе, так никогда не пахла новая вещь. Ну, короче, если что, подписывайтесь, чтобы нихера не пропускать. Вот обязательно можно цветок сверху. Хлобысь такие. И поставили. Ну вот, собственно, как-то так. Вот так можете оглянуться. Вот это все может быть вашим в этой комнате. Тут такая всякая барахло, короче.